Всем привет, с вами Inform TV. Крепкие семейные пары в спортивной среде – явление редкое. В насыщенном графике спортсменов практически нет времени на отношения. Но и здесь попадаются приятные исключения. Одним из самых известных союзов в мире спорта являются призеры Олимпийских игр Дарья Домрачева и Ули Эйнард Бьорндален. Прославленные биатлонисты. Их знакомство состоялось в период спортивных сборов 8 лет назад. В то время оба известных спортсмена даже не задумывались о любви. Более того, Бьорндален был женат, но назвать его брак счастливым не поворачивался язык. Их отношения с женой давно дали трещину. Дарья же готовилась к очередным спортивным соревнованиям. Ее ждала Сочинская Олимпиада, которая стала для биатлонистки поистине знаменательной. Но внезапное чувство внесло коррективы в планы спортсменов. Они всеми силами пытались утаить роман, но журналистов нелегко обмануть. Они вскоре узнали, что между молодыми людьми промелькнула искра. В 2016 году знаменитые спортсмены сделали заявление о том, что ждут ребенка, а также рассказали о предстоящей свадьбе. Для кого-то эта новость стала полной неожиданностью, другие же предполагали такое развитие событий. В это время оба спортсмена активно занимались своей карьерой. Не успело пройти и 2 месяца после появления на свет дочки, как Домрачева уже вернулась к тренировкам. А еще через 4,5 месяца она заработала награду на этапах Кубка мира. Пока биатлонистка активно готовилась к соревнованиям, муж присматривал за новорожденной малышкой. Несмотря на то, что мужчина стал отцом впервые, он оказался ответственным и чутким родителем. В те периоды, когда Ули проходил подготовку к соревнованиям, заботы о семье уже ложились на плечи Дарьи. В этой паре все трудности и радости всегда делятся поровну. Кстати, решение закончить спортивную карьеру спортсмены тоже приняли вместе и одновременно. 2 года назад они попрощались с большим биатлоном. У семейной пары на двоих 12 золотых медалей. В 2019 году пара согласилась принять предложение по подготовке сборной Китая по биатлону к зимней Олимпиаде 2022 года. Дарья при этом возглавила женскую сборную, а Ули – мужскую. В настоящее время спортсмены большую часть времени живут, конечно же, в Китае. С ними путешествует их дочь Ксения, которой на данный момент 4 года. Интересно, что девочка уже разговаривает на 3 языках – русском, английском и норвежском, а также начинает изучать китайский. Помимо спорта и воспитания дочери, Дарья увлекается изготовлением спортивной одежды. Это хобби пока не является полноценным бизнесом, но приносит биатлонистке огромное удовольствие. Если вы помните этих красивых спортсменов, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!